откусываешь Тивина. Уже можешь фокус его прям взять, блядь, чтобы крикнуть потом. Я раскушу шипы. Эксон раскусишь второго шипы. Полностью ничего по ДПС. Ну там дальше уже как попрёт. Уже и Гера будет, и уже там вот-вот умрет босс. Главное укусите. Единственное. Вагонетку суманите. Можно и Энка укусить, без разницы кого, главное ЛД. Танков только не укусите. Я ласт рай. Да, да. Ну мы его это убиваем. Там уже посмотрим, либо да пронесем, попробуем на профе повариться. Либо хватит. Четкий Рейгард. ДБМ пул. А инту бахнуть? Блять, ну кто так пуляет? Ёбаный в рот, блять, я за эту хуйню кикать буду. Уебали, блядь. Лоликс, Эксона укусишь. Он меня. Стивен выбежал. Блять, кош нажми. Кош скидывает, если что. Блять, да что он петит мне? Сбегите, сбегите! Выбежал. Зеркало сложило. Эфирм дать, Лена, подними слава Ване. После лета. Нажмитесь там, да побил. Нажмите. Лоликс. Станцию наберите между игроками. Шипы укусил, вроде теперь. Лоликс, меня укуси. Тени одной секунды. Саботяга выбежит. Шаман, вставай. Встал, но умер. Витку поднял. Саботяга Берни. Эксон, выбежал. Сука, ну он не сдал, побежал. А ну куст на мне появится, нет, блядь? Неужели? Эксон, кусай.
Можно и на холле пало. Можно сбежаться. Регар, выбежу. Правее встань. Блять, ты пиздец. Дистанцию набрали после приземления. Встаем по команде Герни. Дистанцию набрали. Прохил. Сова, спокойствие. Квесты гимн на ХП. ЧПшники, которые. БРы пораздавайте всем. Куда ты прям в лужу поставил? Сбегитесь. Денечек будет. Геру дайте. Я уже кого только не кусаю. Выйдите. Слушай. Мы в берцу не укладываемся. Да. Как вам такое? Сбегитесь. Продайте же. Блять, на мне еще. У меня коша нет. Там берца будет. Кто там укуси? Иви. У тебя не получилось. 7 лямов. Блин, ну на самом деле, если бы вот не 3 глупые. Да потому что, блять, пуляют какую, пойми что. Ну еще офнутый был человек Твикси. Да нет, 3 смерти плюс, да, вот что, блядь, пул какой-то кривой. Меня укусили вообще под конец, блять. Под самую Геру. РДДшников мало, великий на взлетке не бьют 20 секунд. Не в этом дело. Дело в том, что у нас РДДшники сбежаться не могут и теряют по 3-4 трупа у нас. И так. Все, я поехал. А еще, если РДД и ДД 18 штук в рейде, а под берсу 16 укусов, то это не значит, что хила надо кусать эрдру, он не дамажит, хилит. Укус надо давать для того, чтобы ДПС повышался. А когда вы кусаете дерево, вы руините рейд. Мы сейчас ложимся не на том, что укусили там ДДшника, хила и так далее. Мы ложимся тупо первое, не хватает ДПСа. Не хватает ДПСа не из-за укусов, а из-за того, что у нас люди не понимают, зачем мы стоим в одной точке. То есть, блядь, у нас кидается связь, у нас люди стоят в разных углах, они могут сбежаться, потому что они думают, что к ним подбегут. Ладно, все, хватит на сегодня, время РТ закончилось. 3 часа. С ЛК сидим. Да проносы этого рейда бывают? Я поставлю. РСК в понедельник будет. Наверное, вторник. Поставлю. Соберется, пойдем попробуем. Соберется, как бы ЛК 10 гер будет. Тут есть такая вот просьба для всех, кто здесь сейчас присутствует, для всего рейда. Вы не были на следующих контентах на боссах, у которых по 10, по 20 обилок. Здесь всего у боссов по 3, по 4 обилки. Выучите их, пожалуйста, прежде чем идти в инст. Потому что здесь видно, что большая часть, они просто их даже не то, что не читали, даже не знают о том, что босс делает. Дети циркуля, да? А еще скачайте аддон Вуду, на нем показываются, на ком есть укус, а на ком нету. Секундочку, еще вот это вот. Разрольте. Три шмотки тут. Спринцов. И на РТ подписываемся все. Кто там? РСК, что там, еще что-то. Так, Рогат, я на мейнспек? А, на офф, точнее. А, ну, все, друид на офф тоже. Чатка.
лицом. Шишка обмен. Лисетов. Рога обмен. В Долоране подойдите, обмен не киньте. Звездочку на себя поставил. Таха обмен. Стевое шаман вырыли, он, наверное.